как бы нет такого понятия перспективная технология API, да, как бы есть сервисы, которые предоставляют API, то есть открытый интерфейс, через который программисты могут общаться с этими сервисами. Это очень удобно, это способствует тому, чтобы сервис рос, реально рос, чтобы он не был зациклен внутри вот программерской тусовки этого сервиса. Самых прогрессивных сейчас два. Это, конечно, Facebook и Twitter. По моему мнению, Twitter, он более понятен, более развит и, ну, там более быстро, да, сказать. Facebook, там очень-очень много всего, очень все намудрено. И, ну, конечно, можно сделать все, но бывает там проблемы часто возникают и сложно решаются, к сожалению. Опять же, смотря что кому надо. Вот есть наш дорогой ВКонтакт. Да? Очень часто, конечно, используют в API как раз приложения, да, как бы, либо ну, всякие социальные сервисы, типа логинься, там, подсчитай там, лайки, шары, все такое. То есть очень. Вот, допустим, год-полтора назад был популярны голосовалки через социальные сервисы. Тоже это как раз через API все делается. Там используются в основном OAuth 2. Они совершенно, ну, условно, да, как бы безопасны, то есть не требуют логинов, пароля юзера. Да, если как бы вы видите, что у вас кто-то спрашивает логин, пароль, смело как бы уходите с этого сайта. Опять же, я могу привести такой очень смешной пример. Есть в Рунете сайт, называется obooks.ru, да, где есть топ прелести наших дорогих женщин, да? И причем там есть топ, самые лучшие за сегодня, за неделю, все такое. Им тоже сделали API. Очень удобно. Я скоро напишу себе, там, наверное, в Twitter какой-нибудь бот, который будет самую красивую за сегодня. Как раз посредством API можно сделать такую. Может быть, бот будет полезен кому-то и интересно. Ну, на самом деле это очень интересно в плане того, что СМИ какой-то создает контент, да, и очень легко через API пересбросать. Если СМИ заинтересованы в том, чтобы этот контент быстро расходился по интернету, конечно, они будут использовать API. Ну, это один из вариантов возможных. Это не говорит, что через него только. Это просто один маленький вариант, просто он удобен. Прямым образом. Но, допустим, Twitter, да, работает сугубо, Twitter-приложение сугубо через API. Точно как бы и Facebook, и как бы и ВКонтакте, надеюсь.